летний сезон традиционно завершается финальным забегом. В этот раз участников разделили на 10 возрастных категорий, каждая из которых должна пройти свою дистанцию от 500 метров до 5 километров. Самые маленькие участники 2016 года рождения, самые взрослые родом из 50-х. Уже много лет мы закрываем лыжный сезон в Ленинском городском округе и проводим это мероприятие. Погодные условия волшебны. Витамин D просто зашкаливает. Он питает наших спортсменов силой, энергией. Они просто на старте настолько ускоряются, что даже из-под них палки лыжи убегают. Перед стартом спортсмены прошли регистрацию, где подтвердили свое участие в соревнованиях. Организаторы никого не оставили без внимания. Тем, у кого нет собственной экипировки, было предоставлено все необходимое. У кого нет инвентаря, все обязательно могут пройти и получить. Для всех хватит. И после этого мы, в соответствии со стартовым протоколом, запускаем по возрастам. Также от самых младших профессионалов до самых опытных. Большинство спортсменов серьезно готовились к гонке и сразу после старта уверенно вырывались вперед и доводили забег до победного финиша. Мы всегда участвуем на всех и на Ленинском районе, и спартакиада, и вот, как узнали, сразу заявились сюда. Мне этот спорт нравится. А почему решил сегодня принять участие? Потому что нельзя пропускать соревнования. Но помимо профессионалов на лыжную трассу вышли также любители этого вида спорта. Анастасия Чепишко признается, что предпочитает бег, но не упускает возможности принять участие в лыжных гонках. Летом бегаю, а зимой лыжами занимаюсь. Как часто принимаете участие в таких соревнованиях? Почти каждый раз, когда они происходят. Удавалось что-то завоевать? Да. Третье, второе, первое место иногда было. Преодолевать дистанцию лыжникам помогала поддержка близких. На забеге было много болельщиков. Сегодня болею за своих детей. Мы традиционно принимаем участие в соревнованиях. Уже в этом году на открытии были, теперь на закрытии. Детям очень нравится, свежий воздух, зимой. Альтернатив особо других не видим. Для комфорта спортсменов была обустроена зона с горячим чаем и угощениями. Завершилось мероприятие награждением. Арина Лукьянцева, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.